Господин посол, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Мы знаем, что в Астрахани состоится саммит прикаспийских государств. Расскажите, пожалуйста, с чем идет Иран на это мероприятие и стоит ли нам ожидать каких-то прорывных моментов? Но у нас есть такой поговор на персидском языке, что это как раз приведено из высказывания непорочных религиозных лиц, что сначала сосед, а потом дома. Значит, соседи имеют очень важное место для друг друга и очень важный роль в жизни друг друга как раз. А здесь соседи собираются вот в Астрахани, это очень приятно. При Каспийском государстве собираются, потому что Каспия их объединяет. И еще мы смотрим на Каспия как живой феномен. Мы очень рады, что наши президенты еще раз встречаются в Астрахани, у них состоится очередная вот встреча. Это уже будет их четвертая встреча в течение почти года, как господин Рухани стал президентом. Это очень важно и в региональном плане, по Каспию тоже. И еще для наших двухсторонних отношений. Но ожидать какое-то окончательное решение из саммита по просто юридический статус Каспийского моря, это нелогично, и такого тоже не ожидается вообще от саммита. Но резолюция и объявление, еще два еще важных документа в области рыболовства и в области чрезвычайной ситуации тоже предусмотрены, подготовлены. Поэтому я думаю, что этот саммит привлекает большое внимание и в регионе, и в мире. Ну, безусловно, проблема Каспия вот уже 20 лет как всем не дает покоя. А какие сферы российско-иранского сотрудничества вам кажутся наиболее перспективными? Знаете, наши взаимоотношения в течение 20 лет уже, можно сказать, постоянно развивались в разных сферах. В течение года мы наблюдаем факты просто в наши отношения, которые будут очень сильно влиять на развитие наших отношений и будут серьезно изменить. И в результате которых мы ждем серьезный подъем в наши просто экономические отношения. Во-первых, слава богу, у обеих президентов появился общий язык, общее взаимопонимание. Это очень важно. Они часто звонят друг другу, часто решают вопросы, встречаются, в разных вопросах просто обсуждают. Обе стороны договорились о сотрудничестве в разных сферах жизни нашей экономики и промышленности. Речь не идет только о экспорте России в Иран, и экспорт России, и экспорт из Ирана в Россию. Здесь включается сотрудничество в области промышленности, автомобилей, автодороги, рельс и просто РЖД тоже здесь участвует. А строительство новых станций, я могу сказать, что, например, по автомобилю два российские завода хотят создать свой завод и производить просто в самом Иране свои продукции. И одновременно наш Иран Ходро и Сайпа заключили договор с русским партнером, чтобы экспортировать в Россию около 20 тысяч. Уже заключили договор Иран Ходро 10 тысяч, но Сайпа пока ведет переговоры. Вы знаете, что Иран Ходро и Сайпа производят не очень дорогие машины, которые очень привлекательны для средних классов в России. Мы надеемся, что мы в конце 2014
2014 и уже в начале 2015 уже наблюдаем серьезный подъем в наш обмен товаров. Россия впервые за 20 лет начала возвращать свои утраченные позиции на Ближнем Востоке. Не видит ли Иран конкуренции со стороны России? Нет, никакой речи о конкуренции нет здесь. Я думаю, что присутствие Ирана и России на Ближнем Востоке только дополняют друг друга. Потому что нет никакого основы для конкуренции. Только Иран и Россия. Потому что общие подходы есть, общие принципы есть, общие угрозы есть. И здесь никакого основы для конкуренции нет. А насколько велик интерес у простых иранцев к России? И видите ли вы интерес со стороны россиян? Знаете, честно сказать, если мы имеем некоторых проблем просто в психологии наши отношения, как раз один из проблем то, что мало знают друг друга и плохо знают тоже. Когда думают о России или думают об Сибири или об Сталине или... Медведь Балалайка. Честно я скажу, я сам часто встречаюсь вот таких, которые прилетают в Россию, приезжают, а удивляются, что Москва какая красивая вообще Россия, или побывают в Петербурге вообще. Или я иногда поставлю пост в своем странице в Фейсбуке и в Лайв-журнале. Многие вот пишут комментарии, что действительно вот сколько красота там, сколько вот красивые города и так далее. Это знают, мало знают друг друга. Мы должны пройти этот этап. Уже, я думаю, что, может быть, это было принято в 20 веке, но в 21 веке и во время глобализации, во время интернета, и во время вообще в такой мире мы должны уже пройти, остановиться в этом этапе нельзя. И есть сейчас в эти дни выставка едопродуктов. С Ирана очень хорошо участвовали, больше 30 серьезные компании участвовали, больше 200 человек. Я вчера был на выставке из Ирана, там присутствуют из разных областей. Это значит, что они хотят работать, а мы надеемся, что это и одновременно влияет на представление иранцев из России и россиян из Ирана. Господин посол, хотела сказать, что вы являетесь собой пример необычного дипломата, вы очень открыты, ведете свой блог, где активно общаетесь со своими подписчиками, что, собственно говоря, прямо противоречит тому образу, который Запад распространил об Иране. И буквально недавно вы выступили с инициативой, что передадите письма, которые ваши подписчики отправят вам, главе государства. И как, кто-то уже прислал вам письма? С какими просьбами обращаются? Конечно, поступили много письма, но из позавчера, уже 2 дня прошло после того, что мы оставили этот пост в журнале. Но я не успел пока их прочитать, конечно, и многие тоже поступают повторно тоже. Я думаю, что через неделю, 10 дней уже их соберут и вот разделяют. Вот посмотрим, какие вообще желания, какие просьбы, какие требования разные. Но я слышал, что вот пока то, что поступили, многие хотят, чтобы был безвизовый режим между Ираном и Россией. Люди хотят, что больше обменивают просто свои мнениями и не хотят, чтобы только политики встречались и обменивались мнениями, и сам вот обычный народ
Мы надеемся, что эта общая дипломатия тоже развивается. Классическая дипломатия имеет абсолютно и безспорно свою роль во внешней политике и в международные отношения. Но международные отношения и внешняя политика не ограничиваются этим только. И общая дипломатия и народная дипломатия тоже играет очень серьезную и большую роль. Я тоже как посол, который имеет свои страницы, и с удовольствием я выделяю каждый день какое-то время на них. С удовольствием не только пишу и говорю и общаюсь, но и слушаю. Как думаю, это просто простые люди, которые, может быть, и не только в Москве, и в Тегране живут, может быть, в далеких регионах тоже живут, но хотят придать что-то, хотят. И как раз очень конструктивные как раз предложения иногда пишут. И из Ирана, которые на персидском языке, читатели, которые читают и пишут, и из России тоже.